Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и, конечно же, подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег. Меня многие спрашивают, как так, Олег, получается? Я также скачал программу, но ищу, и у меня ничего не получается интересного найти. А у тебя всегда получается. В чем дело? Также пишут, Олег, ты, наверное, целыми днями сидишь за картой, поэтому и находишь что-то интересное. Я отвечу вам, дорогие друзья, нет. За картой я сижу максимум 1 час в день. Это максимум. А в основном минут 30-20. И за эти 30-20 минут я умудряюсь что-то найти интересное, чтобы вам показать. И поэтому я предлагаю вам посмотреть короткий ролик, как я ищу интересные места на планете Земля с помощью спутниковой карты. В этом коротком ролике я уже не буду комментировать, что это за места и почему так получилось. Это ролик будет без слов, но вставлю музыку, чтобы вам совсем не скучно было. И вы сами убедитесь, то, что для того, чтобы найти что-то интересное, много времени не нужно. Ну, по крайней мере, мне. А что-нибудь я найду или нет? Дорогие друзья, я сейчас не знаю. Я сейчас при вас начну искать вот именно с этого места. Вернее, даже не искать, а буду рассматривать планету Земля. А найду я что-то интересное или нет? Я даже и сам не знаю. Сейчас, в данный момент, я поставил заставку на видео. Секундомер не бежит. И вы должны заметить, что в правом нижнем углу находятся у меня часы. И вот по этим часам вы можете посмотреть, вырезал я что-либо из ролика или нет. Все, что я сейчас буду делать, это будет без вырезок, без подготовки. Я буду рассматривать планету Земля в том режиме, в котором я постоянно рассматриваю. Все, что сейчас вы увидите, это все соответствует действительности. Все это также происходит, когда я просто просматриваю карты. Да, и сразу вам скажу, дорогие друзья, я не стараюсь найти какое-либо интересное место. Я просто рассматриваю нашу планету. А на этом небольшое вступление я заканчиваю. И давайте приступим к просмотру. Время пошло. One, two, three.
на этом, дорогие друзья, я закончу поиск интересных мест. Дело в том, то, что память моего компьютера не такая огромная. До этого я рассматривал Минусинск по просьбе одного из зрителей. Поэтому у меня закашировался уже диск, и программа начала подвисать. Для того, чтобы она перестала подвисать, надо дать немного компьютеру остыть. Это буквально минута, две. И дальше я обратно могу спокойно просматривать. И дальше я могу спокойно включить эту же программу и дальше просматривать. Но пока, как видите, у меня полностью память забита кэшем. Поэтому, скорее всего, сейчас скоро программа у меня зависнет. Поэтому я нажимаю кнопочку «Остановить запись» и приступлю к небольшому монтажу видео. Так что, дорогие друзья, большая часть ролика, помимо вступления и окончания, это все без вырезки, без монтажа. Ну и как вы увидали, то, что я нашел несколько мест интересных, это поселок Мирный с гигантскими карьерами. Также сетку я нашел интересную. И что в сетке самое интересное, то, что последний слой 2019 года, такое ощущение, что подменили, они сверху положили. Вы прекрасно видели, что при просмотре исторических фото эти полосы, эти клетки гораздо ярче было видно. Такое ощущение, что это специально сделали, чтобы в данный момент, когда уже очень много пользователей и людей просматривают эту карту, чтобы не видали эти клетки и увидали только в исторических фотографиях. Также вы видали, сколько леса вырубается, может быть, не вырубается, а уничтожается. Вы также видали, что очень много сухого леса валяется по склонам гор. И у меня такое ощущение создалось, что лес просто уничтожают. Ну, на этом, дорогие друзья, я это короткое видео заканчиваю. Надеюсь, оно вам понравилось. На этом все. Всем до новых встреч.